Всем привет. 16 года модель G7. Сейчас быстро поменяем дисплейный модуль. Оригинальный дисплей. Отключаем. Сложного ничего нету. Большое количество винтов в этой модели. Самое сложное — это открутить и закрутить винты. Включу сепаратор сразу. Проверим. Никаких проблем с ними не бывает. Много лет их ставлю. Включаем. Так, ну что, ставим на сепаратор. Дисплеем вниз. Нагреваем. Температура 100 градусов. Пару минут. Достаточно, чтобы его разогреть.
очень сложно снимается. Причем дисплей у нас остался целый. Можно переклеить стекло. Тем, кто это делает, этим занимается. Поверхность под дисплей должна быть идеальной. Ничего не должно мешать, выпирать, не должно быть зазоров. Здесь у нас все идет впритык. Вот вроде нормально. Ставить. Два варианта. Это поставить на клей и поставить на оригинальный скотч. Тут уже зависит от вас. Быстро было бы просто прилепить на оригинальный скотч, сняли пленку, налепили и все, он будет держаться. Советую, если пользоваться таким способом, то советую его поднагреть после того, как поставим. Поставить его на сепаратор на пару минут, опять же, нагреть и еще раз прессануть по периметру. И держаться будет. Либо просто приклеить на клей, как клеится обычные дисплеи без двустороннего скотча. Все. Камеру старайтесь не трогать пальцами, чтобы не оставлять отпечатков на них. Стекло камеры, имею в виду. Все, друзья, закручиваю, ставлю на сепаратор на пару минут. И снимаем пленку. Снимаем сепаратор. Таким способом прессуем. Все получилось отлично, ничего не выпирает, ничего не западает. Если же у вас каркас согнутый, такое часто бывает на семерках, на пятерках, то тогда лучше ставить на клей, естественно, выпрямить каркас и потом уже на B7000 приклеить дисплейный модуль. Если каркас нормальный, то в принципе можно и так. Всем спасибо за внимание, друзья. Я Дов.